Здравствуйте, народ! Приветствую всех вас на своем канале. И сегодня приехала к нам очередная посылочка с Китая. Здесь обитают 4 лампочки. Каждая где-то, ну, в такую же цену, по 80 центов. Давайте быренько вскроем. Посмотрим, что же там внутри. Так, ну, по виду это 5-ваттки. Даже с маркировкой. Так, все, пакетик пустой. 6500 кельвинов. Брехня, конечно. Ага, нифига, мы их не вскроем. Не прокручиваются. Китайцы научились. А ладно, ломать не будем. Есть у меня тут одна шняга. Сейчас будем ее. Так, ну, как видите, работает, светит довольно-таки очень неплохо. Аж объектив полетел. Опять сфокусировался. Ну, давайте все проверим. Тоже работает. В разы лучше, чем была предыдущая лампочки. Те, что по 3 ватта. Эти мне больше нравятся. Те, что на 5 ватт. Жалко, китайцы поработали, что теперь их не вскроешь. Ну, по крайней мере, не поддаются, поскольку заказывал не себе, то ломать как бы не собираюсь. Ну, ссылочку на данные лампочки я оставлю внизу. Поняли. Они их на клей посадили. Только непонятно, на какой, то ли на резиновый, то ли еще на какой-то. Остатки клея чуть-чуть есть. Видно, им не понравилось, что я тогда вскрыл на видео, показал вам 3-ваттки. И решили это все дело утаить. Ну ладно, кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Описание, как вы, точнее, ну да. В описании есть поддержка канала, есть моя партнерка ютубская, есть кэшбэк-сервис, на котором я экономлю на покупках данных товаров в Китае. Возвращаю на сумму. Также еще много полезной информации. Кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Примерно так теперь будут проходить почти все распаковки. Сильно долго товар разглядываться не будет, просто его проверка. Тупо в основном для китайцев. Чтоб, если что, им открывать споры. На этот раз пришли все 4 лампочки по 5 ватт, все меня радуют. Единственное, что не понравилось, маркировка-то есть. Что 220 вольт, 6500 кельвинов, но маркировки сока в этой лампочке ватт не присутствуют. Вот такая закономерность. Ну, всем пока.